По местному поверью считается, что матрешек должно быть столько, сколько звезд на небе. И тогда Полхов-Майдан всегда будет богатым и процветающим селом. На такой поэтичной ноте ребята заканчивают свой мультфильм «Село игрушек». В нем воспитанники мультстудии рассказывают своим зрителям о полховско-майданской росписи. К созданию каждого своего проекта ребята подходят творчески. Мы обычно на две группы делаемся – аниматоры и кто операторы. Операторы нажимают на кнопку Enter, а аниматоры двигают персонажей мультфильмов. Проделанную работу по достоинству оценила жюри медиафестиваля детского и молодежного творчества «Мы здесь» и присудила ребятам первое место. О знаменитой полховско-майданской матрешке ребята рассказали и в другом формате – новостном. Сейчас мы отправляемся в мастерскую Николая Васильевича. И узнаем, как делают из вот такого вот полена такое прекрасное чудо. В своем сюжете ребята провели небольшое расследование, отправились на родину игрушки, побывали в музее и узнали, как ее делают. Я была там ведущей. Мне понравилась эта роспись и этот сюжет, потому что мы ездили в Вознесенск, было очень интересно, мы подробно рассказали, как создаются матрешки, всякие деревянные игрушки и как их расписывают. Этот ролик занял 3-е место медиафестиваля в номинации «Лучший видеосюжет». Конкуренция была серьезной. Организаторы получили более 200 заявок на участие, из которых 75 признаны лучшими. В их число вошли и работы саровских учеников. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.